Шоссе, дежурная, ответьте, машинисту 14-го. Слушаю, диспетчерха. Машинист Жигалкин, мы предупреждение получили. Проводники высадку завершили. Стоянка менее 20 минут. Можем сейчас отправиться. Повторяю, стоим. Впереди готовится восстановительный. Отправляться будем в следующем порядке. Восстановительный, за ним 104-й и только потом 14-й. 14-й. Понятно. Стоим. Отправляться будем последними. Жигалкин, 14-й. Верно, выполняйте. ДСП Мелехова. Внимание пассажиров, прибывших поездами 14 и 104, и сделавшим вынужденную остановку, просим обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала для бесплатного размещения в комнатах отдыха станции Туапсе Пассажирский. Спасибо за внимание! Как думаешь, успеем до сокращенки? Так, ну давай посчитаем. 21.10 восстановительный выгнали на станцию. По нормативу восстановительный должен отправиться через 40 минут от времени вызова. Если вызов прошел 21.00, то крайний срок 21.40. У нас прибытие 21.19, и это 21 минута. Надеяться, что Ахмед поторопится, бесполезно. Да и пассажиры обычно не торопятся. Вот и думай, по теории невероятности, сколько у нас шансов на то, что мы успеем за 20 минут отправиться со станции? Да вряд ли. Значит, планируем сокращенку. Механик! Механик, предупреждение возьми! О, а вот и предупреждение принесли. Начальник поезда 104, ответьте машинисту. Начальник поезда 104, ответьте машинисту. Слушаю, начальник поезда 104-го, Григорьев. Прошу вас сообщить примерное время готовности бригады проводников к отправлению. Да, конечно, думаю, где-то 21.30-21.35 будем готовы. Дополнительно еще подскажу. Хорошо, подсказывайте. Машинист 4-го Чернов. Внимание, уважаемые пассажиры и гости нашего города, на нашем вокзале круглосуточно работают комнаты длительного отдыха. К вашим услугам предоставляются 1-, 2-, 3-, 5-местные, а также номера люкс. Также в комнатах длительного отдыха вы можете воспользоваться услугами справочной службы. Приобретение железнодорожных и авиабилетов. Зарядка телефона, бесплатного доступа к сети интернет Wi-Fi. По всем вопросам обращайтесь к дежурному помощнику начальника вокзала. Спасибо за внимание! Машинист 8002 на втором грузовом Хабибов. Слушаю, машинист 8002 Хабибов. Вы должны отправиться не позднее 21.43. Через пару минут открою на выход. Не затягивайте с отправлением. Когда к вам на электровоз придет Годунов, можете отправляться. Кто такой Годунов? Зачем придет? У него есть право проезда на мой кабина. Годунов Александр Владимирович – это заместитель начальника дороги, главный ревизор безопасности движения. Право проезда на локомотиве, думаю, у него есть. Хотя лучше спроси у него сам. Там все понятно. Сразу сказала бы, что ревизор поедет. Отправляю, подскажи Хабибов. Хабибов, меньше слов. На тебя вся дорога смотрит. Выполняйте. ДСП Мерехова. Понятно, выполняю, Хабибов. Ну, Ахмед, ОРБ ему этого не простит. Интересно, этот идиот знает фамилию нашего начальника депо? Делаем ставки. Как думаешь, завтра Ахмед еще будет работать машинистом? Ты еще сомневаешься в способностях Ахмеда?
Как бы этот угорь завтра не вернулся машинистом первого класса. Ну все, хватит смеяться с чужого горя. Нам бы еще самим отправиться и завтра вернуться. Готовимся к отправлению. Ладно, пробегусь по ходовой. Дай песочку. Внимание пассажиров, прибывших поездами 14 и 104, и сделавшим вынужденную остановку, просим обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала для бесплатного размещения в комнатах отдыха станции Туапсе пассажирский. Спасибо за внимание. Вводим информацию о составе в клуб. Уважаемые пассажиры, находясь на территории железнодорожного вокзала, на пассажирских платформах, в поездах, рядом с железнодорожными путями и при переходе через них, строго соблюдайте правила безопасности. При переходе через железнодорожные пути убедитесь в отсутствии приближающегося подвижного состава, пользуйтесь установленными пешеходными переходами, переездами, путепроводами, тоннелями, мостами. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, железная дорога является зоной повышенной опасности. На территории железной дороги запрещается находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Переходить железнодорожные пути перед движущимся подвижным составом и запрещающим сигнале светофора. Подлезать под пассажирскими платформами и подвижным составом. Перелезать через цепные устройства между вагонами. Подниматься на опоры, приближаться и прикасаться к проводам и специальным конструкциям контактной сети. Благодарим за внимание. Внимание! Уважаемые пассажиры и гости нашего города, на нашем вокзале круглосуточно работают комнаты длительного отдыха. К вашим услугам предоставляются 1-, 2-, 3-, 5-местные, а также номера люкс. Также в комнатах длительного отдыха вы можете воспользоваться услугами справочной службы, приобретение железнодорожных и авиабилетов, зарядка телефона, бесплатного доступа к сети интернет Wi-Fi. По всем вопросам обращайтесь к дежурному помощнику начальника вокзала. Спасибо за внимание!
Уважаемые пассажиры, на территории железной дороги не допускается стоять близко к краю платформы, а также бежать рядом с прибывающим или отправляющимся поездом. Прыгать с паской платформы на железнодорожные пути. Подходить к вагонам до полной остановки поезда. Становиться на рельсы и стрелочные переводы. Помните, железная дорога является зоной повышенной опасности. Благодарим за внимание. Внимание пассажиров, прибывших поездами 14 и 104, и сделавшим вынужденную остановку, просим обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала для бесплатного размещения в комнатах отдыха станции Туапсе пассажирский. Спасибо за внимание! По ходовой без замечаний. Хорошо. Уважаемые пассажиры, проявляйте внимание и бдительность. В случае обнаружения в вагоне поезда забытых вещей или подозрительных лиц, немедленно информируйте об этом работников железной дороги или сотрудников полиции. Не трогайте оставленные вещи и предметы, соблюдайте меры предосторожности. О бесхозных вещах сообщайте работникам вокзала, проводникам вагонов или по связи пассажир-машинист. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, на железной дороге имеют место случаи детского травматизма. Во избежание данных случаев, не разрешайте детям играть на путях или вблизи железнодорожного полотна. На платформах и в электропоездах не оставляйте их без присмотра. Маленьких детей держите за руку или на руках. Помните, железная дорога является зоной повышенной опасности. Благодарим за внимание.
Машинист 104-го. Ответьте начальнику поезда. Слушаю, машинист 104-го, Чернов. ЛНП Григорьев. Высадку пассажиров завершили, готовы к отправлению. Хорошо, принял. Туапсе, дежурный по станции. Слушаю, Туапсе Мелехова. 104-й, бригада проводников готова, готова тормозить. Понятно, отправляю к вам вагонников. Понятно, ожидаем. Слушаю, Туапсе Мелехова. После 104-го ожидайте вагонников, делайте пробу и будем отправляться. 14-й. Понятно. Верно, в ДСП Мелехова. Привет, ребята. Привет, Егорыч. Что там стряслось? Да хрен его знает. Наваляли где-то. Пока сами не знаю. Давай справку. Я на поле. Делаем сокращенку, команда по рации. Понятно. По рации так по рации. Подсказывай. Понятно, пробуем пневматику. Понятно, отпускаем пневматику.
Хорошо. Держи справку. Так, давай справочку глянем. Отметку сделал, все верно. Спокойная у тебя ночь сегодня намечается. Никак, примета плохая. Я не верю в приметы. Я верю расписанию поездов. Шутка юмора. И тебе доехать без приключений. Туапсе, дежурный по станции. Слушаю, Туапсе Мелехова. 104-й, тормоза опробованы, справка на руках, бланк предупреждения до Белореченска их в наличии. Помощник в кабине готов к отправлению. Хорошо, ожидаем. Отправляться будем за 8002-м. Понятно, ожидаем. Дежурный по станции опять 8002. Слушаю, Туапсе Мелехова. Тормоза опробована, Александр Владимирович Кабрини. Отправляемся. Сигналы на выход открыты. До Кривенковской путь свободен. Понятно, до Кривенковской путь свободен. Верно, выполняйте. ДСП Мелехова. Машинист 104-го, Чернов. Слушаю, машинист 104-го, Чернов. Открываю вам сигналы на ЧМ-2Б, ЧМ-7 и выходной ЧИ-2. Отправляемся. До Кривенковской по удалению за 8002-м. Понятно. Сигналы ЧМ-2Б, ЧМ-7 и выходной ЧИ-2 открыты. Отправляемся по удалению за 8002-м. Верно, выполняйте. ДСП Мелехова.
Выполняю, машине 104-го, Чернов. Объявляю минуту готовности. Слева по поезду без замечаний. Сигналы с пути и поезда не подаются. Локомотив не зеленый. Маршрутный со второго пути зеленый. Скорость не более 40 км в час. На 1882 километре пикет 6. Проба пневматики с 40. Понятно. Слева и справа по поезду без замечаний. Сигналы с пути и поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Маршрутный со второго пути зеленый. Скорость не более 40. На 1882 километре проба пневматики с 40. Отправляемся. Внимание, уважаемые пассажиры! Со второго пути перрона номер 2 отправляется скорый поезд номер 104 с сообщением «Адлер Москва». Счастливого пути! Спасибо за внимание! Туапсе, дежурный по станции. Слушаю, Туапсе, Мелехова. 104-й отправились в 21:47. Понятно, 104-й отправился в 21:47. На 1882 километре пикет 6, проба пневматики с 40. Понятно, на 1882 пикет 6, проба пневматики с 40. Маршрутный зеленый. Ограничение не более 40. Выполняем. Проба пневматики. Выполняем. Впереди ограничение 40. Принял. Тормозной эффект получен. Тормозной путь в норме. Радует, в норме.
Выходной зеленый. Скорость не более 60. Принял. Thank you.
Одно зеленое, входного 60. Принял. Одной зеленой, скорость не более 60. Принял. Внимание, впереди желтый. Смена, что ли, одна? Задолбала эта черепаха. Машинист 8552 по Кривенковской, ответьте дежурному. Сигналы открыты, почему не отправляемся? Восстановительный, за ним следом идет 104-й. Если через 2 минуты не освободить, поставлю по двойной обгон. Поедете после 14-го, поэтому быстро отправляйтесь. Выполняйте, ТСП Мицкевич. Впереди зеленый. Машинист 8002 в Кривенковскую, ответьте дежурному. Слушаю, машинист 8002 Хабибу. Принимаю вас на третий путь с остановкой, повторите. Понятно, принимайте на третий путь с остановкой. Верно, выполняйте, ДСП Мицкевич. Кривенковская, а почему с остановкой? Будет производиться загрузка инструмента и осветительного оборудования. После загрузки сразу открою на выход. Александр Владимирович просил организовать загрузку оборудования и людей максимально быстро. И сразу отправляемся по месту работы.
Понятно, инструменты, люди на месте. Загружаем оборудование и сразу отправляемся. Загрузку организовывает заместитель ПЧ. Вашу просьбу слышал ТСП Мицкевич. Машинист 104-го в Кривенковскую, ответьте дежурному. Слушаю, машинист 104-го, Чернов. Станцию проследуете на ходу по удалению за дефектоскопом. Понятно, Кривенковская на ходу по удалению за дефектоскопом. Верно выполняете, ТСП Мицкевич. Внимание! Впереди желтый. Предвыходной желтый. Вижу. Локомотивный КЖ. Вижу. Внимание!
Впереди желтый. Локомотивный КЖ. Вижу. Одной желтой. Вижу. Локомотивный КЖ. Вижу. Ну, едет этот нехороший человек или нет? Внимание! Кривенковская на ходу. По удалению за дефектоскопом. Да понятно, что по удалению. Желтый щит 40. Вижу. Желтый щит 40. Выходной желтый. Впереди ограничение не более 40. Вижу. Выполняю. На 1862 ограничение не более 60. Понятно, на 62 ограничение не более 60. Желтый локомотив. Вижу. Начало опасного места 40. Выполняю. Начало опасного места 40. Локомотивный КЖ. Вижу. Все, началась светомузыка. Самым быстрым графиком, графиком перегонного хода. Ага, сейчас нагоним. Леха, главное не стоим, главное едем. Конец опасного места, скорость 40. Знак конец опасного места, 40.
впереди желтый. Ограничение не более 60. Выполняю.
Одной зеленой, отходного 60. Принял. Одной зеленой, скорость не более 60. Принял.
впереди переезд. Как скажешь. Понятно, будет на ходу. Станции не более 60. На 1849 километре на выходном Гойхта проба пневматики с 60. Понятно. На выходном проба пневматики с 60. Выходной зеленый, скорость не более 70. Вижу, выполняю. Проба пневматики. Выполняю. Тормозной эффект получен. Тормозной путь в норме. Радует, в норме. Ограничение не более 70. Выполняю. С 1846 километра ограничение 50. Хорошо.
Ограничение не более 50. Выполняю. Ты чё зеваешь? Да не успел отдохнуть. Полдня со своей по магазинам пробегали. Ага, поговори. Опять таксовал, наверное. У меня семья, ее кормить и одевать нужно. Деньги – это зло. Ага, заходишь в магазин, и зла не хватает. Точно, да. Бесценный сотрудник не отличен. Шиш, входной зеленый. От переезда не более 70. Заметано.
видите? Вижу. Выполняю. На четвертой точке 60, с 36-го 50. Понятно, на четвертой точке 60, с 1836 километра 50. Впереди ограничение 60. Хорошо. Ограничение не более 60. Выполняю. Вот и дождик. Yes.
ограничение 50. Принял. Ограничение не более 50. Выполняю. Навагинская на вход 60, а по станции 70. Понятно. Навагинская на вход 60, а по станции 70. Одной зеленой не более 70. Принял. Ограничение не более 60. Выполняю. Выходной зеленый, скорость не более 70. Вижу, выполняю.
Да, летчики в такую погоду не летают. А ты чего, не летчик? Тоже на запасной пошел? Да что ж тебе так несет?
Она смерть пришла. Катя, что к тому? Ты спишь что? С открытыми глазами? Вот дела. Подъем! Тормози! Что это было? А ты что, за дорогой не следишь? Спишь, что ли? Да это ты спал, стоя с открытыми глазами. Блин, смерть он увидел, пророк хренов. Так что это было? Что-что? Смерть была отца семейства на глазах у изумленной семьи. Он даже испугаться не успел, мужик. Не то, что ты. В экстренное. И что это было? Что это было? Иди оценивай ущерб. Катушки не забудь осмотреть. Так у меня зонта нет. А ты без зонта. Не растаешь, не сахарный. Проснешься быстрее. Зверь ты, Лех. Я ему, у меня насморк, а он ща в бубен. Хватит трынги. Иди сообщи семье скорбную весть. Посмотри, может, чем-то можно помочь. Утешить безутешную вдову, прижать к груди сироток. Злые вы, уйду я от вас. Молоток зачем взял? Так лопаты и другого оружия на электровозе нет. Нужно соблюдать технику безопасности. Иди, иди, и не просто иди. Внимание всем! Я машинист поезда номер 104, остановился на 1924 километре перегона Новагинская-Куринский с применением экстренного торможения по причине столкновения с крупным животным. Будьте бдительны. Диспетчер, ответьте машинисту 104-го. Слушаю, Денса и Семенова. 104-й машинист Чернов остановился на 1824-м километре перегона Новагинская-Куринский с применением экстренного торможения по причине столкновения с крупным животным. Сейчас оценим повреждения, откачаемся, опробуем тормоза и поедем дальше. Понятно, стоите на 1824-м километре по причине наезда на крупное животное. Закрываю вам входной, готовлю маршрут на 4-й путь на скрещение. Проверяйте электровоз, подсказывайте. Понятно. Выходной перекрываете, принимаете Куринский на боковую, на скрещение. Верно выполняете, ДНС Семенова. Внимание! Впереди желтый. Начальник поезда 104, ответьте машинисту. Слушаю, начальник поезда Григорий. Применили экстренное торможение, будем делать опробование тормозов. Прошу организовать контроль торможения и отпуск двух хвостовых вагонов. Понятно, сейчас организую. Подсказывайте. Начальник поезда Григорий.
Ну что там? Не, Леха, все-таки испугался кабанчик. Весь электровоз загадил, но не отвернул мужик, не то что некоторые. На метельнике пятак так отчетливо отпечатался. Жалко будет, если в музей метельник не отправят. А так все норм. Деформация метельника, рычага автосцепки, кузову немного досталось. А катушкам повезло, так что можем ехать дальше. Хорошо. И дождь, кстати. До Белоречки все следы трагедии отмоет. Диспетчер, ответьте машинисту 104-го. Слушаю, ДНЦ Семенова. 104-й, ущерб оценили. Движение ничего не мешает. Приемные катушки не пострадали. До Белореченской доедем, а по Белоречке электровоз в депо. Понятно, электровоз исправен. Можете продолжать движение. По Белореченской электровоз в депо. По Куринскому входной открыт на 4-й путь на скрещение. В ходу. Понятно, принимаете Куринский на боковой, на скрещение. Верно выполняете, ДНЦ Семенова. Начальник поезда 104, ответьте машинисту. Слушаю, начальник поезда Григорьев. Даю ступень торможения. Прошу проконтролировать срабатывание тормозов в двух хвостовых вагонах. Отпускаю. Прошу проконтролировать отпуск. Понял. Спасибо, отправляемся. Прошу при отправлении проконтролировать отсутствие ползунов. Понятно. Начальник поезда Григорий. Отправляемся. Диспетчер, ответьте 104-му. Слушаю, ДНЦ Семенова. Отправиться. Понятно. Машинист 104-го, ответьте начальнику поезда. Слушаю, машинист 104-го, Чернов.
машине 104-го по составу Ползунов слышно. Спасибо. Предвходной желтый мигающий. Принял. Впереди желтый. Желтый локомотив. Вижу. Куринский, скрещение на боковой не более 40. Понятно. Куринский на скрещение на боковой 40. Одной два желтых по стрелке, не более 40. Выполняю. Внимание, белый. Белый локомотивный, не более 40. Выполняю. Локомотивный КЖ. Вижу. Выходной красный. За 400 метров 20, за 100 метров остановка. Посмотри, есть проход? Идет, и не просто идет, льет. Подколоть решил, что ли? Мало я тут под ливнем по перегону набегался. Нет, ну что ты, я подумал, взбодришься и спать на работе не будешь. Да не спал я. Ага, да расскажи, не спал он. Так кого ты там видел? Никого. Костлявая рука смерти протянулась к сане. Слышь, Алеша Петросян, иди ты на... Красный! Ты что орешь, дурень? Я чуть ручку не дернул. Не отвлекайся, Леха. Главное, чтобы штаны не дернул. Я вот не пойму, откуда запах? Это кабанчик или, может, ты испугался? Все, молчи. Саня Степаненко. Под красный едем. За 400 метров 20, за 100 остановка. Thank you.
Машине 104-го на станции Куринский. Ответьте ГНЦ. Слушаю, машине 104-го, Чернов. Открываю вам выходной с 4-го пути. До Хадыженской путь свободен. Понятно. Выходной открыт. До Хадыженской путь свободен. Отправляемся. Верно выполняйте. ДНС Семенова. Объявляю минуту готовности. Слева по поезду без замечаний. Сигналы с пути и поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Скорость по стрелкам не более 40. Понятно. Без замечаний. Не подаются. Локомотивный зеленый. Пути зеленый. Скорость не более 40. Отправляемся. Боковой 40. Выполняю. 40. Внимание. Белый. Белый локомотивный, не более 40. Выполняю. Локомотивный зеленый. Вижу. Весь состав вышел на главный путь. Скорость не более 70. Хорошо.
Хадыженская, от переезда 60. Как скажешь. Одно зеленое, входного 60. Принято. Одной зеленой, скорость не более 60. Принял.
Че притих? Опять спишь? Ничего, придет война с китайцами, попросишь желтой краски. Ха-ха, точно. Thank you.
Входной зеленый, отходного 60. Принял. Ограничение не более 70. Выполняем. Выходной зеленый, скорость не более 70. Вижу, выполняем. Николенкова, от входного 60. Принял.
Одной зеленой от входного 60. Принял.
Выходной зеленый, скорость не более 60. Принял. На 1793 километре ограничение 40. Заметано. Желтый щит 40. Вижу. Желтый щит 40. Начало опасного места 40. Выполняю. Начало опасного места 40. Конец опасного места. Скорость 40. Знак конец опасного места. 40. Thank you.
Ограничение не более 70. Выполняю. Желтый локомотив. Да что за херня? Машинист 104-го, ответьте Гонце. Слушаю, машинист 104-го, Чернов. Сапожскую нужно забрать дежурного механика СТБ на перегон Крестая Комсомольская. До инициальной точки номер 4. Право поезда в локомотиве у него есть. Диспетчер, следом 14-й идет. 14-й, возможно, его заберу с перегона. Хорошо, заберу. Открывайте на выход. Откуда его забрать? Хорошо, открываю на выход. Механик ожидает выходного сигнала. Впереди зеленый. Одной зеленый. Посадка механика СБ у выходного.
Выполняю. Выходной зелен. Осадка механика СЦБ у выходного. Как скажешь. Вон стоит, тормози. Вижу. Привет, ребята. Привет. Чего тебе дома не сидится? Да, четвертая точка погасла. Вот еду разбираться. Понятно. Сегодня весь вечер одни катаклизмы. Отправляемся. На 1784 километре ограничение 40. Принял. Желтый щит 40. Вижу. Желтый щит.
двигатели первой секции. Начало опасного места 40. Выполняем. Начало опасного места 40. Хорошо у вас. Тепло. Сухо. Ага, сухо. Мокрый путь, до носков сижу. И где это тебя угораздило? В струю попал? Да вот это. Волк в овечьей шкуре. Заставил вокруг электровоза без зонта бегать. Нифига. Да. А чем это у вас тут попахивает? Ой, не спрашивай. Здоровенного кабана 24-м даванули. Как? Даванули все-таки? Вот это новость. Вот это радость. Сейчас кореша обрадует. Вован, братуха, хватит спать. Радостную весть принес я тебе. Быстро собирайся, хватай мудерон, иду на 24-й. Нет, трезвый. Да на работе я, на перегон еду. Ребята на пассажирском твоего хряка даванули. Как какого? Который тебя два раза на светофор догонял. Белый. Да не пил. Зуб даю. По запаху найдешь. Судя по запаху в электровозе, точно найдешь. Только беги прямо сейчас, пока зверя не растащили. Конец опасного места. Добро, до завтра. Знак конец у тебя. 40. Ага, беги, братан. Белый локомотивный, не более 40. Ну, спасибо, ребята, за радостную весть. Принесли вам нашу глухомань. Сейчас под мясо праздник устроим. Ну, во сколько обратно? Да кто знает. А то не сам вынесем. Не, спасибо. А что за поезд? Московский, вот пропустили. Ветку на горячий закрыли. Теперь все поезда сюда пойдут. Хреново. Значит, сегодня здесь будет оживленно. Наверное, я обсохнуть и поспать не придется. Хреново. С 1782 по 1780 километр ограничение не более 40. Принял. Желтый щит 40. Вижу. Желтый щит 40. Начало опасного места 40. Выполняем. Начало опасного места 40. Где лучше встать? Короче, встань прямо к точке. Только не переезжай. Заметано.
Не забудь, на четвертой точке остановка. Хорошо. Ну давай, удачи. И... Локомотивный зеленый. Вижу. Впереди зеленый. Точка номер 4 не горит. Локомотивный белый, скорость не более 40. Вижу. Выполняю. Ну давай, вытягивай, родной, вытягивай. Конец опасного места. Скорость 40.
Знак конец опасного места, 40. Ограничение не более 60. Выполняю. Одной зеленой, обходного 60. Принял. Одной зеленой, скорость не более 90. Как скажешь. Thank you.
Ограничение не более 100. 100. Димон, мы сегодня доедем или нет? С кем ты там опять разговариваешь? Ну, с Димоном, а ты что, ревнуешь? Опять дуру гонишь. Смотри, доиграешься. Вижу. Диспетчер, ответьте 104-м. Слушаю, ТНЦ Семенова. Пшехская, входной закрыт. У меня желтый на локомотивный. 104-й. Пшехской. Буду вас принимать по пригласительному. Приказ передам, когда подъедете ближе. Понятно. Прибываем под запрещающий. Приказ передадите позже. Верно выполняйте, ДНС Семенова. Предвходной желтый. Вижу. Локомотивный КЖ. Вижу. Входной красный, моргает пригласительный, приказа на проследование нет. Сейчас подтянем, вызову. Машинист 104-го, ответьте, ГНЦ. Слушаю, машинист 104-го, Чернов.
104, запишем приказ. Пишу. Машинист поезда номер 104 на подходе к станции Пшехская. Вам открыт пригласительный сигнал. На входном светофоре лидер Ч. На второй свободный путь. Маршрут приема готов. ДНС Семенова. Повторите. Машинисту поезда номер 104 на подходе к станции Пшехская. Вам открыт пригласительный сигнал на входном светофоре лидер Ч. На второй свободный путь. Маршрут приема готов. Передала ДНС Семенова. Принял ТЧН Чернов. Верно выполняете, ДНС Семенова. Перед пригласительным остановка. Входной запрещающий, проследуем не более 20. Понятно. Остановка. Проследуем не более 20. Отключи тягу.
впереди зеленый. Внимание! Впереди красный. Впереди зеленый. Локомотивный зеленый, не более 80. Вижу. Выполняем. Одной зеленый. Ограничение не более 80. Принял. Не более 90. 90.
Проследовали ограничение, скорость 100. 760 ограничение 80. Выполняю. Ты разобрал кое-что? Наш, что ли? Машине 104-го, следующий Белореченскую. Слышу, машина 104-го, Чернов. Белореченская, ДСП Маркова. Открываем маршрут на второй путь на остановку. Входной Че, маршрутный ЧМ-24 открытый, ЧМ-2 закрыт. После закрепления фотолога бонитами отцепляемся, докладываем. Понятно, 104-й Белореченский принимается на второй путь. Сигнал ЧМ-24 открытый, ЧМ-2 закрыт. После закрепления состава отцепляемся, докладываем. Верно, выполняйте. ДСП Марков. Дежурный, вам передали, что ли, отработать по 104-го в депо? 104-й, да, я знаю. Под депо сейчас все пути заняты, поэтому будем бросать электровоз в 76-м тупике. Ремонтники его сами заберут. Хорошо. Выполняю. Вот предходного 80. Как скажешь. Ограничение не более 80. Понятно, 80. На 1758 километре в кривой у маршрутного ограничение скорости 40. Понятно, 58 у маршрутного 40. Одной желтый мигающий не более 80. Выполняю. Внимание! Впереди желтый. Что за херня с тормозами? Это ты эффективность потерял. Маршрутный 2 желтых, от маршрутного 25. Как скажешь. Thank you.
Белый локомотивный 25. 25. Маршрутка со второго пути красный, скорость не более 10. Вижу красный. Внимание! На второй путь перрона номер 2 прибыл скорый поезд номер 104 Адлер, Москва. Просьба к проводникам поезда номер 104 во время технической стоянки не открывать двери, а пассажирам оставаться на своих местах. Поезд может отправиться без предупреждения. Спасибо за внимание!
Белореченская. Слушаю, Белореченская. Кто вызывает? Электровоз через 2К521 из поста 4 по второму пути отцепился, готовы к маневрам. Понятно. 104-й, подъезжайте к ЧМ-2, сейчас открою маневровый. Принял. Выполняю. Белый, красный. Открываю вам белый на ЧМ-2, выезжаем за 53-ю стрелку, останавливаемся, меняем кабину, накладываем. Понятно, белый. Выезжаем на 53-ю стрелку, меняем кабину, докладываем. Выполняю ЧС-2К-521, машинист Чернов.
Верно, выполняйте. ДСП Маркова. Белый. Белореченская, ответь постояннику из-под 104-го. Слушаю, Белореченская, ДСП Маркова. Постоянник из-под 104-го, электровоз ЧС-2К 521. Заехал за 53-ю стрелку, сменил кабину, готов к маневрам в депо. Понятно, открываю вам маневровый маршрут на свободный участок 76-го тупика. Подъезжайте к ВЛ-10-488, но не сцепляйтесь. Закрывайте электровоз, включите дежурному. Понятно. Маневровый маршрут на свободный участок 76-го тупика открыт. Электровоз бросаем у ВЛ-10-488, не сцепляясь. Электровоз закрываем, ключи дежурному. Выполняю ЧС-2К 521, машинист Чернов. Верно, выполняйте. ДСП Маркова.
Thank you.